Всем привет! С вами Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. По многочисленным просьбам, сегодня я приготовлю еще одно блюдо с использованием филе селедки, а именно очень красивые, вкусные и оригинальные рулетики из селедки. Ну что ж, будем готовить! Для этой закуски я покупаю целую селедку и потом разделываю ее на филе. Как разделать селедку на филе, вы можете посмотреть на моем канале в моих видео. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Вот такие у меня получились две филешки. Филешки теперь я накладываю внахлёст вот этими вот брюшками. Вот таким вот образом, чтобы у нас она такая вот получилась, целенькая. Вот так вот нужно сложить филе селедки. Филе накрываю пищевой пленкой и слегка отбиваю кухонным молоточком. Филе селедки подготовила, я его переложила на пищевую пленку. Это, конечно, лучше сделать перед тем, как вы начнете отбивать филе селедки. Теперь нужно взять мягкое сливочное масло. К сливочному маслу я добавляю свежий мелко нарезанный укроп. И теперь все это хорошенько перемешаю. Полученной масляной массой нужно смазать подготовленное филе. На сливочный слой я намазываю тонкий слой плавленного сыра. А теперь нужно взять небольшой соленый огурец и мелко его нарезать. Нарезанный соленый огурец нужно немножко промокнуть бумажным полотенцем. Теперь огурец я выкладываю на селедку и немножко вдавливаю его в сыр и сливочную массу. Теперь всю эту красоту плотно и очень аккуратненько скручиваем в рулет. Полученный рулет нужно очень плотно замотать в пищевую пленку. Вот такой у меня получился красивый ровный рулетик. Полученный рулет я отправляю в холодильник на ночь или на 8 часов, для того, чтобы он хорошенько застыл. Рулетики из селедки очень вкусно подавать на хлебных сухариках. Я сделаю сухарики из ржаного хлеба и из белого батона. У меня есть такая вот металлическая формочка, диаметр формочки 5,5 сантиметров. И теперь из хлебушка я повырезаю кружочки. Для того, чтобы сухарики оставались подольше хрустящими, с двух сторон я их немножко смажу подсолнечным рафинированным маслом. Весь хлебушек смазала подсолнечным рафинированным маслом, и еще пару кусочков хлебушка я решила доложить. Теперь наши будущие сухарики я отправляю в разогретую духовку до 200 градусов приблизительно на минут 10-15. Нужно, чтобы сухарики подсушились и подрумянились. Гренки готовы, оставляю их до полного остывания. Если вы хотите, так сильно можете не подрумянивать гренки, мне просто больше так нравится. Эти рулетики, их можно подавать не именно на гренках, их можно подавать на обычном хлебушке, или их можно подавать просто на блюде, без гренок и без хлебушка, тоже будет очень вкусно.
Рулет из селедки у меня хорошенько застыл. Посмотрите, вот какой он такой плотненький, упругенький получился. Снимаю с него пищевую пленку и нарезаю на порционные кусочки. Рулетики все нарезала, их обязательно нужно резать очень острым ножом. Рулетики выкладываю на подготовленные сухарики и сверху украшаю веточкой свежего укропа. Холодная закуска рулетики и селедки готова! Закуска получилась оригинальной, красивой, очень вкусной и праздничной. В этой закуске чудесное сочетание слабосоленой селедки, сливочного масла с добавлением свежего укропчика, плавленного сыра с добавлением соленого огурчика. И еще эту закуску очень хорошо дополняет хрустящий сухарик. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления закуски и вы ее приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. Приятного аппетита и до новых встреч!